в астрологию? Нет, я не верю в конце света, я не верю в астрологию, хотя есть зависимость между астрономией и жизнью человека, и судьбой человека. Но так как это делают некоторые астрологи, это очень упрощенно, вульгарно, поэтому я это не воспринимаю всерьез. Надо верить в себя. Вот, даже когда плохая ситуация, даже когда мир вокруг очень пессимистичен. Вот во Франции была такая философия, существует экзистенциализм. То есть человек исходит из себя, из своей экзистенции. И когда во время Второй мировой войны Франция была оккупирована, в 1940 году во Франции возникло мощное движение сопротивления. Уже был договор Молотова-Риббентропа, уже казалось, шансов никаких нет. А французы говорили, а я вот не принимаю, и я буду стоять на своем. Вот это для меня является основой, а не все-таки астрологии, расположение звезд на небе, хотя оно вообще заманчиво, романтично. Вот, и полюбоваться этим всегда интересно.